Привет, друзья! Вот хочу вам показать, я уже, по-моему, рассказывала о том, что для меня впервые, вот я вижу розовые каштаны. Вот они цветут розовым цветом. Сейчас хочу вам показать. Я никогда раньше не видела. Вот видите, у них, в принципе, листья такие же. Да, но как-то немножко, как они закругленные, закурлюченные. Но это каштаны, вы видите, только розовые. Вот еще одно дерево. Я впервые эти розовые каштаны увидела во Франции. Была просто поражена. А вот здесь их тоже очень много у нас цветет. И вот еще один розовый каштан. Вот я не знаю, может быть, для кого-то это такое обыденное зрелище, а я просто удивилась, когда впервые увидела на каштанах розовые цветы. Какая все-таки природа разнообразная здесь. Они очень быстро отцветают, эти каштаны. Вот я хочу запечатлеть эту прелесть на будущее. Ну а вот вам белый рододендрон. Белый-белый, как невеста. Вот реально, один раз в год сады цветут. А вот такой немножко розовый, уже другой куст. Вот это все великолепие. Хочу снимать и снимать, чтобы потом зимой можно было это все посмотреть. Ну, не прелесть ли? Ну и вот красный куст рододендрона напоследок, друзья. Тоже такой красавчик. Ну, вы знаете, все-таки на свадьбе. Вы видели свадьбу Гарри и Меган? Надеюсь, что вы посмотрели, как вам понравилось или нет. Вы заметили, что там были только-только белые цветы. Церковь была убрана белыми цветами в честь принцессы Дианы. Вот гуляю опять по своему парку. Видите, как красиво. Но помимо этих розовых каштанов, хотела вам еще и белый показать. Но что-то вот не нахожу его. Сейчас пройду немножко дальше. Вот такие обычные тропинки в парках у них везде. Public walk называется. Ну и вот еще немножко другой цвет рододендрона. Розовый. Вот, друзья, представляете, бегу. Ни с того ни с сего дождь хлынул. Эй, бегу, бегу, бегу домой. Пока.